чемпионате среди 8-9-летних футболистов может стать началом большой карьеры в игре миллионов. Воспитанники детского футбольного клуба «Олимп» победили в открытом первенстве с Дюшор Черноморец среди детей 2008-2009 годов рождения, потому уже понимают цену командной работы. Я играю левого защитника в команде, хоть я и правша. С меня начинается иногда атака, я раздаю пасы многим игрокам нападающим, благодаря которым забивают голы. Со мной в защите еще играет Юра, правым защитником. Я иногда отдаю пасы вратарю, а потом начинаю там либо пасы даю, либо обматываю. Я поддерживал всегда Арсений, он всегда открывался на флангах, я ему давал пасы. А когда ему не получалось, я помогал, делал сейфы. В турнире принимали участие 12 команд из города и области. Матчи проходили с сентября по ноябрь на базе «Черноморца» в Отраде. Лучшим бомбардиром «Олимпа» стал Даня Мельник. Но юный «Голиадор» понимает, что успех бы не пришел без помощи партнеров. Я бы не был лучшим бомбардиром, если бы не мои товарищи по команде. Дима, Юра, Леша, Тимур и все остальные, то я бы не был лучшим бомбардиром. Мы очень стремились к этому. Мы слушались нашего тренера, потому что он верил в нас. И он нас упорно тренировал для этого. Мы очень старались, чтобы выиграть этот чемпионат. Может быть, у вас есть какое-то секретное оружие? Раскрой карту. У нас есть лучший бомбардир, это Даня, потому что он самый техничный в нашей команде, и он может обмотать всех, кого хочет, и он у нас больше всего забил голов, и из-за этого мы ему очень благодарны. Детский футбольный клуб «Олимп» уже много лет тренируется на базе Одесской юракадемии и с гордостью представляет вуз на всеукраинских соревнованиях. Команде «Олимп», которая тренируется на базе Академии юридической, я передаю привет. Вы впервые заняли первое место. Привет и поздравления от Сергея Васильевича Кивалова. Кроме этого, комплекты формы вам новой и мячи для зальных тренировок. Команда сыграла на хорошем уровне, показала действительно результат. Хотелось бы приурочить в первую очередь Национальному университету, так как Национальному университету Детской юридической академии 20 лет. Хотелось бы это чемпионство приурочить этому, так как мы там базируемся. И выразить, конечно, благодарность Сергею Васильевичу Кивалову за те условия, которые он нам создал. Награждение участников прошло в музее футбола. У каждого одесского ребенка есть возможность бесплатно посетить экспозицию. Эти мероприятия мы специально проводим, согласовываем это с тренерами, для того, чтобы у ребят были какие-то воспоминания, у ребят были какие-то эмоции, какой-то задел наперед заниматься этим видом спорта. И это они, эти моменты, они будут вспоминать на свою жизнь, что они в таком-то возрасте были там-то, там-то. А можете себе представить, когда он уже борется зрелым футболистом и придет опять же снова здесь и будет опять же продолжать историю, и опять же будем продолжать его историю, и он будет вспоминать о тех минутах. Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».